Кипрские моряки всегда отличались удалью и задором, и танец «Яблочко» как нельзя лучше отражает широту их души. Его исполняли прямо на палубе в короткие минуты отдыха. Военно-патриотическая эстафета «Салют Победе» продолжается. Ее очередной этап посвящен городу-герою Мурманск. Мурманская операция обороны Заполярья, она длилась 3 года. Стоила немцам и финнам больше 100 000 жизней их солдат, больше 2000 самолетов, больше 1000 кораблей они потеряли. Но наши воины выстояли, одержали победу. Артисты Горского дома молодежи подготовили стихи, хореографические номера, патриотические песни, чтобы еще раз напомнить, как важно знать историю Отечества и чтить его героев. Ну, слово «патриотизм» можно по-разному комментировать, к нему по-разному можно относиться. Но начиная даже с простой формы одежды, мы видим, что дети сейчас вышли с первой на сцену, у них галстучки – это знак Российской Федерации, знамя Российской Федерации. Это уже говорит о том, что они уже в руках его держат, на грудь одевают, как любой галстук защищает душу, так и флаг России согревает, защищает душу. Копия знамени Победы, медаль за оборону Советского Заполярья и морская офицерская фуражка времен Великой Отечественной войны – символы 9-го этапа военно-патриотической эстафеты. В торжественной обстановке их передали из Горского тируправления в Голицынское. Мы видим, какая связь поколений у вас на территории, какая аудитория сегодня присутствует. И вот всю эту радость, которая сегодня была, всю теплоту, доброту, которая шла со сцены, мы наравне с артефактами заберем у вас на проведение эстафеты и передадим дальше. Военно-патриотическая эстафета «Салют Победе» проводится с 2015 года. Предыдущие 8 этапов уникального марафона были посвящены 70-летию Великой Победы, битве под Москвой, блокаде Ленинграда, Сталинградской битве и обороне и освобождению Новороссийска, обороне Севастополя, городам-героям Смоленску и Туле. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».